Кортона расположена на границе Тосканы и Умбрии. Ее можно назвать музеем под открытым небом, гордо возвышающимся на высоте 600 метров над долиной Вальдикьяна. Некогда это был центр этрусской цивилизации в Тоскане. Остатки этрусских крепостных стен и великолепный музей этрусков, замок Медичи – это все свидетели суровой и богатой событиями истории Кортоны. И в самом историческом центре города Кортона, рядом с его средневековыми стенами, находится ресторан «Тунино», куда мы с вами сегодня и пойдем. Ресторан «Тунино», основанный в 1963 году, хорошо известен и за пределами Тосканы. Вот уже три поколения его шеф-поваров организуют праздники, ужины в Ватикане во время Рождества и готовят питание для национальной сборной Италии по футболу, а также организуют более 200 свадеб в год. Кухня ресторана – это симбиоз ароматов региона Тосканы и Умбрии. Элегантный сервис, уникальные изысканные блюда, незабываемые неповторимые закуски. Как холодные закуски нам представляют сегодня очень интересные блюда именно тосканской, умбрской кухни. Мы здесь с вами видим сейчас грудка индюшки с зеленой спаржей. Затем переходим к другому блюду. Это грибы, которые называются оволи. Посмотрите, вот как они выглядят в свежем виде. А сейчас следующая закуска – это груша, порезанная тонкими лепесточками, с сыром из овечьего молока. Ну а сейчас мы с вами перед шедеврами. Прежде всего, это домашняя лапша, приготовленная соусом мяса кьянины этой зоны по-тоскански. А второе блюдо – это пельмени с начинкой из творога и рукколы и приготовленные также с фисташками. Ну а самое известное блюдо этой области – это же, конечно, филе говядины породы кьянина. И шеф-повар советует нам к первому и второму блюду красное вино. Это традициональное тосканское вино этой зоны. Называется оно «Дезидерио» – «Желание». И для десерта предлагаю вам всем попробовать ассорти от ресторана «Тунино». Здесь, как вы видите, находятся и хранятся самые дорогие вина. И вот в этом же самом зале, по вашей просьбе, и повар даст вам все рецепты и секреты приготовления тех блюд, которые мы с вами попробовали. Восхищает и элегантная обстановка внутренних залов. А с наступлением хорошей погоды в распоряжении гостей терраса, с которой открывается незабываемая панорама на долину Тосканы и Умбрии.